Ну вот, теперь, значит, вы улыбнулись. Опять давайте всерьез уйдем, потому что нельзя много улыбаться, говорят, морщины от этого. Теперь, существует такое мнение, что если не я пою, то эти песни очень много проигрывают, потому что люди делают не те акценты, не ту интонацию держат. Вообще, я против подражания, особенно против подражания голосу, да и против подражания манере тоже. На мой взгляд, интереснее всего видеть человека на сцене как творческую индивидуальность. И это в теперешние времена, когда так много информации люди получают отовсюду. Телевидение, радио, газеты, телефоны, сплетни. По теперешним временам это самое главное – видеть человека, личность творческую. Вот и я призываю всех, которые владеют этим инструментом и занимаются авторской песней, я призываю к тому, чтобы они все-таки нашли свою манеру исполнения и свою манеру изложения материала.